награждает Владимира Авдеенко дипломом за великое служение идеалам доброты и за помощь в благотворительных проектах Академии, установке иконы Николая Чудотворца и иконы Ивана Шанхайского на часовне Федора Конюхова. Президент Международной Академии Доброты Григорий Викторович Котовский. Да, я... Спасибо, Господи, да, я... Спасибо, да. Спасибо. Да. Потом, вот, да. Вы знаете... Спасибо, да. Я думаю, это не последний наш проект, это не первый, не последний проект. И мы будем дальше и привлекать и других. Володя Авдеенко только что прилетел с Афона, с Святой горы Афон. Подожди, это последнее, это очень важно. Дай ту вторую. Вы знаете, я еще что хочу сказать. Все, если мы что-то можем, если мы что-то делаем, обязательно кто-то есть рядом, кто просто помогает, с которым ты никогда не видишься. Но ты можешь все, всех дают. Григорий, вот как ты можешь все? Ты все время отдаешь, все время даришь, все даришь. Как ты, говорит, у тебя получается? Я поставил 120 памятников, чтобы глядеть имидж России за рубежом в 40 странах мира. А вы знаете, у тебя есть один друг, второй. Ты с ним видишься один раз в 3 года. Но он все время рядом и помогает. И здесь есть Рихард, очень родной, близкий мне человек. Я хочу его поблагодарить при всех, сказать, что вот он помогал. Вы понимаете? Все памятники тут привезены, и вот здесь есть одна грамота, вот зачитай. Благодарственное письмо. Не где-нибудь от Болгарии, вот в Болгарии сейчас тяжело. Преследуется все русское, запрещается, они посылают свои войска на Украину. А я устанавливаю памятник Гурко в центре Софии, генералу Гурко. Ну, надо туда перевезти, и Рихард мне помогает. Мы открываем, мы кричим слава болгарам, слава России, слава нашей дружбе. И все получается. И вот болгары писали, ну... Благодарственное письмо. Да. Уважаемый Рихард Евгеньевич, позвольте обратиться к вам с глубокой благодарностью за вашу большую помощь в организации доставки памятника генерала Иосипа Гурко в Софию. Без вашей поддержки торжественный ритуал открытия памятника подвергся большому риску, что мы не могли себе позволить. Открытие бюста было осуществлено председателем Народного собрания Республики Болгарии и было транслировано огромным количеством средств массовой информации Болгарии. Ваш жест позволил в эти трудные годы отдать необходимую дань заслуженного уважения освободителя Софии генералу Иосипу Гурко. Еще раз вам большое спасибо. Директор Дома Москвы в Софии Громов Борис Анатольевич. Спасибо. Вот подумайте, 120 памятников. Мы видимся раз в 3 года. Понимаете, я всегда знаю, что есть человек, который тебя протянет руку, который поможет, который поддержит. Вот это и есть народ, это и есть то, почему мы можем. Ты все отдаешь, и все возвращается. Но есть еще одно, Любочка. Вы знаете, что очень важно? Я хочу сказать одну вещь. Представляете, какое маленькое место. Какой великий Федор. Ему даже были предоставить площадь. Он бы эту площадь бы охватил. Понимаете? Потому что людям надо прийти куда-то помолиться. Должны быть места благодарности. Люди, которые служат по призванию священники. И поэтому наша Международная Академия Доброты тоже хочет отметить. Международная Академия Доброты награждает великого путешественника, художника и писателя Федора Конюхова дипломом за великое служение идеалам доброты с вручением бронзового бюста. Президент Международной Академии Доброты Григорий Ильич Потоцкий. Вы знаете, увековечить надо при жизни. При жизни надо говорить спасибо. Поэтому здесь был бронзовый бюст. Он стоял, но когда Федор его увидел, он быстренько его взял и спрятал. Так что, ну что делать? Ну мы его выставили, он спрятал. Но он есть. Показать, может быть, стоит показать? А как его? Если кто-то может принести и показать там, его. Там внутри увидит. В общем, все, кто внутрь войдет, все его увидят. Вот такое большое событие.